Вопрос о смягчении требований к точкам общепита в части продажи алкоголя, вынесенный на городскую думу, перенесли на мартовское заседание. Напомню, в Сургуте введен запрет на реализацию спиртосодержащей продукции в непосредственной близости школ, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта. Под санкции попали, в числе прочих, и рестораны, которые уже работают несколько лет. Предпринимательское сообщество подготовило анализ ситуации в других городах, где для объектов общественного питания требования намного мягче. Более того, по информации Федеральной антимонопольной службы, ограничивающие меры не снизили уровень потребления алкоголя среди населения. Точки общепита отпускают спиртосодержащие напитки заведомо большей ценой, которая просто не по карману молодежи. Соответственно, угрозы не несут. При этом инициаторы поправок ратуют за сохранение устоявшейся городской системы общественного питания. По просьбе депутата Владимира Болотова рассмотрение вопроса перенесли на март. С прокуратурой их позицию, с тем, чтобы получить их официальную, скажем так, точку зрения на предлагаемые изменения.